Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин, а мы продолжаем игрушку Detroit Became Human. Тут у нас дамочка. Интересно, она будет с нами разговаривать или нет? У нее так вот эта вот фишечка мигает. Эй! Ладно, пока молчит. Вспоминаю управление. Все, получается, действия там, где нужно крутить стрелочкой, у нас на правый стик. На правый сосочек. Это, наверное, не стик. Так, на РТ и РБ. На ЛБ у нас, по-моему, переключение камеры. Блин, надо сейчас все вспоминать. Интересно, с какого места оно начнется. Ну что-то мы так долго грузимся. О. А, с того же. Нормально. Это мы уже почитали. Антидепрессант. Хорошо. Опа. Взять пистолет. Что-то разблокировали. Вы разблокировали диалог или действие. Это нередко бывает полезно. Так, вот у нас камера. Задачи. Задачи у нас на РТ. Убраться в комнате Алисы. И все. Ну, вроде бы как я здесь все убрала, да? Какое-то действие разблокировали. Пистоль мы взять не можем, мы на него просто глянули. Ладно, идем дальше. Дороги. Какой он дерзкий, это ужас. И 100%, она не попала ни под какой этот грузовик. Наверное, он ее избил. Кара, было написано. Кара или Кэра? Почему нельзя сразу чистую грязную одежду не положить в корзину для грязного белья, а кинуть рядом? В чем фишка? Ну, получается, просто расставляем все на свои места. Оу. Геймплей пошел. Так, блин. По вымытому полу прошлись, ну да ладно. Интересно, как правильно? У нее кара написана. А что не нажимается? Открыть. Я кручу. Ребята, я что-то не понимаю? Я кручу стиком, он у меня не крутится. Если у меня будут такие проблемы и дальше по прохождению... Просто хочу прибраться в комнате. Всего пару минут. Можно? 100%? Я могу кого-то... потерять. Проветрить комнату. Блин, знаете что еще? Я ЛТ путаю с РТ. Еще что-то разблокировали. Диалог или действие?
вроде с тобой дружили до моей перезагрузки. Может, еще подружимся? Интересы? Расскажи мне о себе. Во что играешь, где гуляешь, что ты любишь есть. Нейтральная Лиса. Мне это важно. Имя Кэра. Это ты выбрала мне имя. Кэра. Красивая. А почему такое? А где твоя мама? Когда она придет? Я не хотела. Разблокирован путь. Что она мне дала? Надо было про маму не спрашивать. Что за ключик? А, вот, от этой шкатулки. А, я поняла, почему не получилось крутить. У девочки светлые волосы на фотографии. Это же вот этот мужчина и жена. А у девочки черные волосы. Хотя, наверное, такое бывает. Ага, это уже мы. Ну, это то, о чем я говорила как раз-таки. Нас ничего не сбило. Ой, у меня мурашки бегут, ребята, мне страшно уже. Почему-то хочется даже плакать. Блин, такая впечатлительная в этой игре. Получить у Тодда новые указания. А, стоп, вот. Мы еще не посмотрели, что тут. Надо было за маму у нее не спрашивать. А тут ничего. Что-то посмотреть могу. Алиса в стране чудес. А тут ничего нет. Книжка, кстати, не отметилась. Что такое радужное? Везде поубирали, все сделали. Что тут? Можем поиграть на гитаре? А, нет, это журнал. Журнал высветился. Ладно, идем к этому психу. Интересно, сколько раз подряд он уже ее бил? И заново восстанавливал. Чего делаешь? Я играю. Играешь. Я все вижу. Думаешь, папка мерзавец? А? Неудачник. Сидит на жопе. Сука, накурился и на ребенка наезжает. А ты что, думаешь, я не пытался? Что бы я ни делал, какая-нибудь сволочь все мне портит! Да я же все понимаю. Прям по глазам. Ты меня ненавидишь? Не трогай ее! Говори! Ненавидишь? Господи, что я делаю? Прости, зайка, прости. Прости. Ты же знаешь, я тебя люблю. Ты это знаешь. Превьюшка хорошая.
Блин, можно было выйти на улицу. На задний двор. Я же пыталась сначала выйти на улицу. Но я не вышла. Я не разблокировала. Смотрите, сколько. Это как-то, наверное, аж повлияет, конечно же, да? Вы закончили уборку. Ну, спасибо. О! Дальше доставляем краски. Блин, я целую локацию пропустила. О, там тут... Добро пожаловать, Маркус. Маркус. Мы Маркус. Положить заказ. Так, просто положить заказ. Но еще тут есть вон птичка. Яички тоже не настоящие. Так, надо запомнить, что сначала мы на середку как бы жмем чуть-чуть, потом вверх, а потом уже в сторону. А то это может стать фатальной ошибкой для меня и моего персонажа. Маркус, Кэра и Конор. ККМ. МКМ. Все, больше ничего нет. Идем дальше. Подняться наверх и разбудить Карла. Угу, Карл у нас получается творческая личность, художник. А это штука для инвалидов. А картину мы можем глянуть? Нет. С картиной мы контактировать не можем. Там он что-то внизу. Ну, это, наверное, мы потом изучим, да? Там он комната. Наверное, нам сразу надо было вправо пойти, конечно же. Раздвинуть шторы. Доброе утро. Доброе утро, Карл. Доброе. 10 утра. Погода облачная. 12 градусов. Влажность 80%. Вероятные ливни во второй половине дня. Такой день не грех провести в постели. Дать лекарство Утром Карлу. Я забрал краску, которую вы заказали. О, я и забыл. Вот в чем состоит разница между мной и тобой, Маркус. Ты ничего не забываешь. Пожалуйста, дайте мне руку, Карл. Нет. Карл? Спасибо. Я едва открыл глаза и уже стискиваю зубы. Человек такая хрупкая машина. Так легко ломается. Столько усилий, чтобы не угасла жизнь. Эй. Да. А что с твоей одеждой? Все в порядке. Просто демонстранты на улице. Что за остолопы? Они думают остановить прогресс, избив пару-тройку андроидов? Да, которые в этом не виноваты, как бы. Надеюсь, тебя не повредили? О, нет, нет. Просто пару раз толкнули. Ничего. А вот. У Карла-то руки в татуировках. Сейчас я отнесу вас в ванную. Я сразу не заметила. Какую-то буковку сейчас будем нажимать, да? Ага, вверх. И удерживаем. А прикинь, я сейчас... Случайно кнопку отпустила, мы бы его уронили, да?
Блин, только начало серии, мне уже столько раз позвонили, столько раз смс-ки пришли, еще никогда так... Ой, живой, что ли? Был когда-то. Еще никогда столько раз мне... Нет, не названивали. За одну серию. Посадить Карла за стол. Есть у нас что-то сегодня в планах? Да, в Музее современного искусства открывается ваша ретроспектива. Четыре приглашения от директора галереи с просьбой подтвердить присутствие. Я еще не решил. Попозже с этим определюсь. Понял. Что еще? Письма от почитателей. Я уже ответил. От Лео что-нибудь слышно? Нет, Карл. Хотите, я ему позвоню? Нет. Ты такой, Лео? Не нужно этого. А, ой. Надо его привезти сначала. Я думала, что штука его до туда довезет. Я проголодался. Завтрак уже готов. Бекон и яйца, все как вы любите. Спасибо, Маркус. На здоровье. Бекон с яйцами, это так жирно. Бэ. Хорошо, подать завтрак. Я путаю кнопки. Меня это очень сильно настораживает. Я ЛБ путаю опять с РБ. Ну так во всех играх. Но тут эта ошибка недопустима. Ой. Спасибо, Маркус. Телевизор. Найди чем себя занять, пока я завтракаю. Ладно. Хорошо, Карл. У нас там что-то было снизу. Найти себе занятие. Вот он здесь было. Что такое, шахматы, наверное? Только немного необычные, да? Сыграть в шахматы. Это что? Раскрутить. Давайте поиграем. Или найти другое занятие. У нас есть шахматы, фортепиано. И что еще? Нет, читать я не хочу. Вон там что-то было. Читать. Давайте на фортепиано поиграем. Это очень красиво должно звучать. Так, все осторожненько, аккуратненько. Меланхолия, надежда, откровенность, загадка. Давайте надежду. Это я должна постоянно нажимать. Это я играю.
Надеюсь, авторских прав не будет на эту песню. Можем бесконечно играть. Достаточно, я думаю. Манера твоей игры изменилась. В лучшую сторону. Иногда ты бываешь человечнее многих людей. Настанет день, когда меня рядом не будет. Придется защищать себя. Самому делать выбор. Реши, кто ты. Кем хочешь стать. Вот, кстати, этот вопрос. Этот мир не любит тех, кто не как все, Маркус. Не позволяй никому говорить тебе, кто ты. Едем-ка в студию. Вот если его действительно не станет, он же ж, ну, не человек, его обратно в компанию отправляют, на утилизацию или что? Вот что с ними делают? Класс. Вот посмотрим, даже... на чем остановились. Сними чехол. Не имея возможности ходить, у него такие вот всякие штучки есть, которые ему помогают дальше творить. Да, давайте пока уберемся. Что там было? Вот тут. Просто красивый фон. Угу. Это тоже краски. Тут бы еще полы помыть. Что мы не сделали? А, там еще что-то. Что-то помыть, наверное, надо. Да, кисточки надо мыть, а то не засохнут. А помыть? А то не засохнут и все. Каков твой вердикт? Да, в этом правда что-то есть. Что-то такое неуловимое. И мне нравится. Беда в том, что мне нечего больше сказать.
Каждый мой день лишь приближает меня к смерти, а я, как могу, цепляюсь за свои кисти. Карл. Довольно обо мне. Посмотрим на твои таланты. Попробуй. Напиши что-нибудь. Вау, будем рисовать. Рисовать, но я... Что рисовать? Все, что угодно. Попробуй. Давайте сейчас как накалякаем. Шедевр. Найти предмет для рисования. Статую. Нарисовать стол. Давайте статую нарисуем. Да уж, с реакцией у меня не очень на самом деле. Это идеальная копия реальности. Ну да. Но цель картины не воспроизвести реальность, а интерпретировать ее, улучшить, показать ее своими глазами. Карл, я не смогу, этого нет в моей программе. Давай, попытайся, холст перед тобой. А если у нас сейчас получится, значит, что-то в нашей программе не так, правильно? Не зря же мы тут главные персонажи. Сделай вот что, закрой глаза. Закрой глаза. Поверь. Вообрази то, чего не существует, что никогда не видел. Теперь сосредоточься. Или в этот момент он станет... На своих эмоциях. Не таким, как все. И пусть твоя рука сама плывет по холсту. Кружочек задрыгался. Андроиды, человечность, личность. Давайте личность. Сомнение. Сомнение, кто я, какая я личность, какая цель моего существования. Да, нас сейчас явно тренируют, чтобы потом реакция была быстрее, но меня не натренируешь. Чё мы накалякали? Вау! Боже мой! Ты кто? Он чё, пьяный? Привет, пап. Чё он трусится? Лео. А, Лео, это сынок. Я не слышал, как ты вошел. Да я тут мимо проходил, решил заглянуть. Так, ясно. Давно не виделись, а? Натянутые отношения. Пахнет натянутыми отношениями. Все нормально? Маркус напрягся. Ты неважно выглядишь. Да, да, все нормально. Слушай, мне деньги нужны. Опять? Я же недавно давал тебе деньги. Да, как-то потратил, сам знаешь. Да. Ты снова подсел, так ведь? Нет, нет, не в этом дело, честно. Не лги мне, Лео. Да какая разница, мне просто нужны деньги, и все. Так не ори на отца. Мой ответ – нет. Нет? Почему? Ты знаешь причину. Ну да, конечно, знаю. Ты лучше о пластиковой кукле своей позаботишься, чем о родном сыне, а? Вот скажи мне, чем он лучше меня? Вы разный дурачок. Он послушный, не то что я. Только знаешь что, он тебе ведь не сын. Он грёбаный робот. Лео, довольно. Хватит. Тебе плевать на всех, кроме себя и картин твоих дурацких. Ты никого не любил. Так никогда может, не ты любил себя меня. Тоже так ведешь? Отношения — это работа двух человек. Ну, а теперь ему плохо. Ух, сынок.
Ага. Ну, в принципе, здесь понятно с этим выбором. Тут мы бы просто выбирали варианты того, что нарисовать. Здесь варианты песен. И что сделать, в принципе. Ага, здесь еще какие-то были дополнительные задания. Ну, в принципе, я думаю, это не особо важно. Так, 5 ноября. Джимми's Bar. Коннор. Блин, это знаете, по-моему, в Константине в фильме был Бальтазар, который тоже так с монеткой игрался, если я правильно помню. Разыскать лейтенанта Андерсона. Просканировать лица. Давайте вот этого просканируем. Джимми Питерсон. Нет, это не Андерсон. Ты кто? Дерек Майерс. Так, надо обойти. Этих я не вижу. До сих пор сюда андроидов пускают. Ой, не умничай. Чего смотришь? Давайте сначала тех, которые с этой стороны. Вот этот вот. Кристофер Грей. Нет. Джо Грэм, нет. Решил меня угостить. Этого я не могу просканировать. Не могу же? А, нет, могу. Сейчас сканируем, идем дальше. Лейтенант Хэнк... О, Андерсон. Ну, дальше, ладно, смысла не имеет идти. Лейтенант Андерсон, мое имя Коннор. Андроид, прислан из Киберлайф. Я заходил в участок, но там никто не знал, где вы. Сказали, что вы могли пойти выпить. Повезло найти в 5-м по счету баре. Ну, что надо? Сегодня вечером вы получили дело. Убийство, совершенное андроидом Киберлайф. По протоколу в таких случаях компания направляет специальную модель в помощь расследованию. Не нужна мне никакая помощь. И уж особенно от манекена из пластмассы. Так что будь хорошим роботом и вали отсюда. Я понимаю, некоторые люди испытывают дискомфорт в присутствии андроидов, но мне я... Мне тут вполне комфортно. Отвали, пока я тебя в утиль не отправил. Вот что. Думаю, вам стоит перестать пить и пойти со мной. Ведь так будет проще нам обоим. Да, да, да. Так он и сделал. Посмотрите на него. Знаете что? Позвольте вас угостить. На пасашок. Бармен, повторите, пожалуйста. Видал, Джим, чудеса прогресса? Валяй двойную. Ну, с ним спорить и ругаться это бессмысленно. Он сидит, своими делами занимается, ему вообще все равно. На пасашок норм. И погнали по делам, чел. О, хорошо? Блин. Убийство, говоришь? Надеюсь, ты не сильно пьян. Так, ну, уже мы с ним отношения приподняли. Хэнк на драйве. Он пьяный за руль сел. Жди здесь. Вот вам и полицейские. По инструкции я должен сопровождать вас на месте преступления. Тактично. Слышь, мне насрать на твои инструкции. Я велел ждать здесь. Значит, заткни пасть и жди здесь. Мы с тобой тактично, а ты с нами так грубо. Противоречивое указание для установки приоритета. Ну, следовать.
Джонс Дуглас, канал 16. Вы подтверждаете, что это убийство? Так. Пока что у нас только Хэнк. Я ничего не подтверждаю. Выделяется желтым. Доступ андроидам сюда воспрещен. Это со мной. Так ты сам андроид. Какую часть фразы «жди здесь» ты не понял? Ваш приказ противоречил моим инструкциям. Ты молчишь, ничего не трогаешь и не путаешься под ногами, ясно? Ясно. Здорово, Хэнк. Мы уж думали, ты решишь соскочить. Так и было задумано, пока не явился этот говнюк. Что, у тебя теперь свой андроид, а? Значит, смешно. Выкладывай, что случилось. А, я могу уже двигаться. Так, сейчас, подождите, надо глянуть. Заглянул в дом, узнать, РБ что для как. Переключения ракурса. Ну и нашел там труп. Ой, как же тут воняет. Это еще ничего, это мы окна открыли. А можно в меню выйти? У меня кнопка не нажималась. Ладно, ребятки, давайте мы на этом остановимся и продолжим уже расследование в следующей серии. Мне очень нравится игрушка на самом деле. Я давно очень хотела в нее поиграть. И когда вот сильно хочешь поиграть в какую-то игру и знаешь, что от тебя зависит, какой здесь будет финал, это очень напрягает и прям аж вот нервничаешь такое, что ладони потеют. Мне очень нравится, поэтому надеюсь, вам тоже нравится, как и мне. Все плейлисты находятся в описании. Всем желаю хорошего дня и настроения. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик и комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.